Итак, дорогие друзья, всем снова привет, с вами снова я, Шапка, вы на моем канале, это новый выпуск новостей. Да-да, это новый выпуск новостей. Вы собрали просто большое количество лайков на прошлом видосе, естественно, я для вас выпускаю новый выпуск новостей. И извините, опять же, за задержку, потому что я опять задержался. Я мог бы этот видос выпустить еще где-то в часа в 2 дня, но я не смог, потому что готовился к турниру. Вот, такие дела, ребята, извините, буду исправляться, буду выпускать вовремя видосы. Все, ребят, сразу говорю, завтра я выпускаю видос, завтра выпускаю видос про новый джекпот. И я не знаю, будет ли он или нет, но... В общем, по идее, это новый джекпот. Золотой, я именно золотой говорю, вот. В общем, ребят, не буду вас томить. Давайте большое количество лайков. Вы очень крутые, не забывайте, что я для вас стараюсь. Ребят, погнали смотреть видосик один, потом его обсудим, потом еще один, потом еще один. И, в общем, я покажу пропуск и оружие. Чего? Что? Погнали. А что это тут у нас? А это снова новый трейлер, в общем, нового персонажа Мока. Мока, не знаю, как ее в России будут называть, но она, короче, Мока. Вот, я был неправ немножко, но спасибо вам за то, что вы мне подсказали. Ребят, что она делает? Она просто дает подсветку, где находится челик, если вы в него попали. Вот. Но самое интересное то, что здесь показали новые локации, которых раньше, ну, типа, не показывали. И поэтому давайте на них еще раз посмотрим. Вот так они выглядят. Это, конечно, очень круто, прикольно. Но, типа, Мока, но скилл ее, ну, типа, ну, такое. Типа, мне не зашло. Ладно, ребят, вот так вот выглядит новая локация. Погнали дальше, ребят. Классная жаба, еще один трейлер нового персонажа. Окей, что дальше? Ну, блин, ну ты серьезно издеваешься? Новый трейлер, еще один. Куда тут можно? Это практически одно и то же. Ребята, давайте я вам кое-что покажу. Хоп, хей, ла-ла-лей, а это новый пропуск. Йоу, ребят, простите за такую крупицу информации. Но это новый пропуск. Вот так вот выглядит эта иконка. И теперь нужно думать, что же там будет. Но это что-то связано с ядерной боеголовкой. Чего? Я не знаю, честно. Я думаю, что что-то сделают в стиле Fallout. Надеюсь, что в стиле Fallout. Если вы тоже так думаете, напишите обязательно в комментарии. Извините, что так мало информации по новому пропуску. Но просто ее нет нигде. Но хоть это. Надеюсь, вам... Это понравилось. Ну, ребят, ну, мало информации, но хоть что-то для вас. Ребят, на этом еще не все. Теперь самое главное, добавят новую пушку. АН-94. Это пушка от российских... От России. В России, в общем, это сделано пушкой. И это по типу калаша, только лучше калаша и лучше скара, прикиньте. Лучше скара и лучше калаша. Это, короче, самая топовая пушка, по идее, будет в игре. Вот, так что ожидаем ее. Ее добавят также с обновлением. Вот, так что новая пушечка будет также в игре. Ребят, на этом все, в принципе. Спасибо всем, кто смотрел. Поставьте, пожалуйста, большое количество лайков, для вас стараюсь. И завтра выходит выпуск еще один, кое-какой прикольный, интересный. Там я кое-что расскажу прикольное. Так что ожидайте, ребят. Завтра увидимся, всем спасибо, всем пока. До скорого, ребят. Надеюсь, вам понравился новый пропуск. Если в катках надоел вкус спермы на устах, то чего же ты стоишь? Закажи, будь на бустах. Ссылка в описании.